Друзья, приветствуем вас на нашем канале. Здесь мы оперативно публикуем видеоролики о тех, кто ушел из жизни. Подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали, и просьба досмотреть ролик до конца. В возрасте 95 лет 20 апреля в Варшаве умерла актриса Веслава Мазуркевич, хорошо известная советскому и российскому зрителю по роли майора Ханны Базель в легендарном польском сериале «Ставка больше, чем жизнь». Печальную новость сообщает Анет со ссылкой на подтверждение от семьи актрисы. Причина смерти не называется. Национальные соцсети полны скорби и сочувствия. Веслава Мазуркевич родилась 25 марта 1926 года в Лодзе. В 1952 окончила польскую современную театральную школу. Театральный дебют в июне 1951. На экранах с середины 60-х сыграла в таких фильмах, как «Недалеко от Варшавы», «Маленькие драмы», «Вольный город», «Скандал из-за Баси», кодовое название «Нектар», «Фараон», «Роман и Магда», всего 7 десятков фильмов и сериалов. Соболезнуем семье и близким. Вечная память.